Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре электрошокер ОСА-1203. В комплекте нас ожидает инструкция, автомобильная зарядка в прикуриватель, зарядка от сети 220 вольт и сам электрошокер с ремешком на руку. Корпус электрошокера выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. На корпусе присутствует герб Российской Федерации. Корпус прочный и приятно лежит в руках, к тому же он защищен от попадания влаги. Одним из достоинств данной модели является сменный литиевый аккумулятор, что очень сильно продлевает срок службы шокера. В шокер встроен яркий светодиодный фонарик с функцией зум, то есть вы можете регулировать площадь светового пучка. К тому же фонарик обладает тремя режимами работы. Это яркий свет, приглушенный свет и мерцающий режим. Выходное напряжение шокера составляет 12 миллионов вольт. Такой разряд с легкостью пробивает зимнюю одежду толщиной в 4 сантиметра. Одного лишь прикосновения к телу нападающего достаточно для того, чтобы он ощутил сильнейшую боль в мышцах. Ну а длительное воздействие способно привести к потере сознания. Холостая разрядка такого шокера способна отпугивать диких животных на расстоянии до 50 метров, благодаря громкому треску и выделяемому при работе озону. Напоминаем, что мы не рекомендуем держать шокеры на зарядке более 2 часов, так как это может вывести из строя аккумулятор. Приобрести шокер вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».